В Екатеринбурге прошла традиционная педагогическая конференция для учителей воскресных школ. Темой встречи в этом году стала цитата из Библии «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную», а посвящена она была преподаванию закона Божия. На встречу были приглашены все интересующиеся преподаванием вероучительных предметов детям. В рамках конференции были озвучены задачи развития воскресных школ в свете выступления Святейшего Патриарха, а также итогов 23-х международных рождественских образовательных чтений. Я бы сказала такое вот свидетельство о том, как меняется уровень образования, и я бы даже сказала отношение к образованию внутри церкви. Вот это и в внешних каких-то вещах, и в статусе присутствующих лиц. Это и в том, какие вопросы, какие задачи ставятся потом после, по окончании этого мероприятия перед нами, теми, кто занимается образованием в епархиях. Знание о Боге, которое преподносится в воскресной школе, есть только один из немногих кирпичиков, что способствует духовному росту человеческой души. И помимо докладов об особенностях преподавания различных предметов, прозвучали размышления о взаимосвязи процесса обучения и воспитания непосредственно с духовной жизнью детей. Педагоги размышляли и о том, что ожидает их воспитанников, когда они становятся взрослыми. К сожалению, мы должны признать, что многие выпускники и православных гимназий, да и выпускники воскресных школ, когда они достигают совершеннолетия, они от церкви отпадают. И более того, они могут вообще иметь такой негативный осадок, неприязнь и к богослужению. И мы должны тут не обольщаться, а из этого какие-то для себя делать уроки, конечно же. Детское сердце чутко улавливает любую неправду, фальшь и лицемерие, особенно в самых своих близких людях. И если эта неправда распространяется и на христианскую жизнь, тогда случается беда, тогда ребенок может потерять веру. В первую очередь должен быть личный пример. Если мы сами с вами имеем горячую веру, если мы с вами любим Господа Иисуса Христа, то эту любовь мы можем передавать другим людям. Если у нас любви в сердце нет, то что мы можем дать тогда от себя? Ничего не можем дать. Господь – это свет истины. И мы, когда от этого света загораемся, мы тогда можем этот свет передавать. И поэтому очень необходимо нам иметь в себе любовь. Кроме того, в рамках конференции также состоялась выставка учебно-методических пособий, на которой преподаватели воскресной школы Екатеринбургской епархии представили свои методические материалы и разработки.